фигуриста из Китая Цинпан Дзян Тун, которых уже заранее объявили победителями этого чемпионата. Ну, в общем, для этого есть все основания. Как было сказано в прогнозах, если они не сделают каких-то уж очень явных ошибок, быть им первыми. Во всяком случае, в короткой программе они выступили идеально. Их композиция называется «Неосуществимая мечта», но, похоже, эта мечта может сейчас осуществиться.
Ну что ж, все ясно и очевидно. Два прекрасных выброса. Тройной Сальхов и тройной Ридбергер, выполненные во второй половине, почти в конце программы, поставили точку в споре за золото.